А может, мы это откроем, одно окошечко? Надеюсь, она не будет против. Ой, Ксюшка, тебе так идет. Она большая. Ребята, это же... Наверное, это ее дневник. А мне интересно, влезу я в какую-нибудь одежду девочек или нет? Всем привет! И с вами снова мы, сестрички. Ребята, вчера мама нам устроила челлендж. Поменяла нашу комнату с комнатой Каролины и Макса. Сегодня мы делаем ответное видео. Вы нам написали в комментариях, чтобы мы поменялись комнатами с родителями. И сегодня мы это сделаем. Ну а родители еще пока не в курсе. Сейчас мы все им расскажем. Надеемся, им понравится эта идея. Ну что, Ксюш, пошли? Кто там? Чё опять надо? Иди! Мама, ты помнишь, что ты нам вчера предложила? Конечно, помню! Мы с вами поменяемся с вами комнатами. Так мне же делать-то нечего. Вам здесь будет интересно? Да. У меня здесь делать нечего. Здесь офис, шкаф с одеждой, кровать. Игрушек нет никаких. Вы чем здесь будете заниматься? Не знаю. Не знаешь? Если вы думаете, что вам будет здесь интересно, то... Чем-то займемся. Хорошо. Я так и знала, что вы сегодня что-то придумаете. После моего вчерашнего. Хорошо. Что, прям сейчас, что ли? Да. Прям сейчас? Да. Сейчас, подожди, я кое-что выделю быстро, ладно? Нет, мам, прям сейчас. Хорошо. Уходите. Все, прям выгоняете. Да, папа. Бома. Пока. Все, девочки, удачи вам. Угу. И вам. Вам будет очень-очень-очень скучно здесь. Нет. Очень скучно. Нет. Пароль от компьютеров вы не знаете. Да, не знаю. Пока. Нет. Да, не знаю. Моего не знаешь, от планшета не знаешь, от компьютера не знаешь. А ты это не знаю, папа не сказал. А там ничего нету. А вот эти тумбочки тут. Пока. Пока. Ногти клеят. Нет. Будем ждать? Ну что, Ксюш, поищем, чем нам заняться. Угу. Тут у мамы тумбочка. Сколько всего. Вот это вот интересно. Давай доставай. Это наклейки. Это простые карандаши. Это тоже наклейки, и это тоже наклейки. Сегодня мы будем обитать в этой комнате. Так, ну как всегда. Одежда. Где вам СССР? Вам Ахуэ. Тут нет игр. Тут одежда. Аки Айропа. Скелет. Это мил. Не, правда, что мы будем делать? Здесь же так скучно. Календарь. Номар. Календарь. А может, мы это откроем, одно окошечко? Я думаю, они не... Я открою у Маргариты. Нет, у Ксюши. Пен. Ну, а дост, вон, ой, он. Так. А я их конфеты осузил. Немного под... Так, мы будем открывать... Календарь. Да? Пока девочки не видят. Но конфеточка маленькая здесь. Открываем, 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 открываем. Е! Где? Центром поза не взрыва. Где? Они, по-моему, это открывают не по-честному. А вот, смотри. А в разрезу. Так, теперь я. Так, здесь немножко по-другому. 3:17. А у Маргариты было 17. Ой, это у Ксюши или у Маргариты. Я не знаю, чей это. Я не помню уже, чей. По-моему, это Ксюша. Пять, Витян. Эй, у тебя больше конфета. Тут я не смаз гранды. Вкусно.
Ну ладно, я думаю, они не обидятся, что мы одну конфетку съели. Это они уже открывали. Марио попадался. Так, убираем незаметно, чтобы они не заметили. Завтра они откроют 17 число, а там конфеты нет. Так, что это? Это скотч. Ленточка. Такие разные формы. Опять скотч. Цветная бумага. Еще карандаши. Может быть, нам порисовать? Ну, может. Можно? Ого, скетчбук. Круто. Ксюша, давай мы что-то здесь нарисуем у мамы. Давай. Надеюсь, она не будет против. Вот, давай вот здесь будем рисовать. Давай. Что еще можно здесь делать? Я даже не знаю, что здесь делать. Что там такое? Орешки, 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 орешки. Ну что, у нее тут белочка, что ли, живет, что она орешки хранит? Ну ладно, будем кушать орешки. Мама, кумай. Конфетки съели. Теперь орешки. Ну, а я, надо. Вкусно. Ксюшка по ночам грызет орешки, наверное. Вкусные. Ладно, все. Будем мусорить. Скучновато здесь немножко. Заняться нечем. Где-нибудь у них порисовать пентаму сальву. О, что помогает. Нет, рисовать я не хочу. Рисовать я не хочу. Так, ладно. Ну что, мы закончили наш рисунок. Надеемся, маме понравится наш снеговичок. Все, убираем обратно, чтобы мама ничего не заметила. Может быть, прически сделаем? Сейчас я буду делать прическу. Что голова шевелится. Надо прицепить куда-то. Голова всегда падает и неудобно заплетать. Там что-то под кроватью. Ого! Даже подарки для Каролины.
4 подарка. Фу. Открывать мы их, конечно же, не будем. Это не наши подарки. Слушай, как ты думаешь, что там? Наверное, пупси. Я тоже так думаю. А вот это... Наверное, такой снаружи. Точно. Один очень большой подарок. И он очень тяжелый. Ну ладно, берем все обратно. Как будто ничего не было. Ореха! Нельзя заходить, выходи. Это мои орешки. Это Миллер Виктория. Выходи. Мы к вам не заходили. Давай, давай. Чао. Ну мы немножко орешки погрызем. А вам можно заходить? А вам нельзя, до свидания. Мы орешки грызем. Папике комес. Так, что здесь? Сейчас мы посмотрим, что тут хранится у Ксюши. Так, здесь пенка. Тоже пенка. Вау, это же все для слайма. Только, наверное, слайма там нет. Какие-то стаканчики. А здесь что такое? Что-то здесь есть. Тоже нет слайма. Нету девочек слайма. Расческа. Лак, ну лак мне не нужен. Так. Здесь тоже нет слайма. Нет, ничего здесь не интересно. Какие-то какашечки. Слайма здесь нет. Убираем. Не знаю, чем же нам еще заняться? Спать. Нет. Может быть, переоденемся в мамину одежду? Да. Раз мы здесь, надо воспользоваться моментом. Точно. Ну что, посмотрим, что там у мамы. Куда? Штаны, штаны, что? Надо какие-нибудь кофточки. Это. В этой жаркой. Такая мягкая, розовая. Где мама футболки? Тебе что, футболку? Да. У, крутая, посмотрите, ребятки. Мамина любимая футболочка. Сейчас я ее надену. Ну что, я надела мамину футболку с молочком и с печенькой Орео. Ксюш, ты себе выбрала что-нибудь? Нет. Ну посмотри, там много футболок. Ой, Ксюшка, тебе так идет. Она большая. Ну оно тебе как платье. Это платье, не платье, не такие. Ну так неинтересно. Да. Что у них можно поискать? Так, сейчас я посмотрю, что тут у нас за тетрадочки такие у Маргариты. О. А, тут Маргоша рисует. О, ананасик. Еще ананасик. Все, больше ничего нету. Мало, мало. Так, это английский. Это что такое? Математика. Вот, математика занимается. Папа там что-то ищет под подушкой. Секретные какие-то, может, записочки. А, кто свет выключил, Макси? Так, еще какой-то блокнотик. Это сран. Он закрытый, ребята. Он закрытый на замок. Угу, значит, там что-то... Но на поезд нет, нельзя это читать. Он закрытый. Ребята, это же... Наверное, это ее дневник. С какими-то секретами, потому что он на замочке. Видите, он закрытый. Но читать мы не будем, открывать мы тоже не будем, ломать мы не будем, потому что... Нельзя этого делать, нельзя читать чужие дневники. Тут еще блокнотик. Куча блокнотиков. Что-то здесь. Happy birthday to you.
Тоже ничего нету. Ага, еще один. Тоже на замочке. Тоже закрытый. Айдос, Лео, кис танцерадос. Два закрытых дневника. Два секретных дневника. Закрытые. Что-то здесь такое. Какие-то тут открыточки. Маргарита. Сердечками. Так кто-то подарил, наверное. И красивый. Это кто-то открыточку подарил. Подружка написала с днем рождения открыточку. Красиво. Красиво, папа? Папе скучно явно. Так, ладно, здесь мы закончили. Здесь мы закончили, больше ничего здесь нет. Никаких книжечек, никаких записочек. Так, там тоже нет никаких. А, у нее вот здесь. А, ну это просто книжки. У нее нет блокнотиков. Здесь просто блокнотики. Какие-то здесь брелочки. Марио. Орехи опять. Орехи. Наушники. Кошелек. Деньги есть? Нету. Нету. Нет денег. Книжки, страшилки. Страшилки ночью читает. Она у нас, ей нравятся страшилки. Масурор. Позже страшилки. Мало. Марио. Ничего здесь больше нет. Ксюш, посмотри, тут компьютер и планшет. Но мы не знаем пароль. А может быть, все-таки попробуем? Ой! Да, я знаю, какой можно быть. Ну, давай попробуем разные. Я знаю, 9-9-9. Я знаю. Неправильно. Да. Эндострес. Тоже неверно. А у тебя не получается? Ты сейчас заблокируешь. Ну что? На одну минуту заблокировала ты. Ну ладно, не получится. Убираем. Давай. Есть какая-то коробочка. О, Санта. Я буду Сантой. Я сегодня буду Сантой. Все. Так. А, иди. До свидания. Я вижу, что ты уже одела мою одежду. Так, я так понимаю, что вы у меня в шифонере лазили. Давай. Мы тоже у вас везде полазили, так что пока. Эй! Здрасте. Я сейчас ключом закрою. Где ключ? Где ключ? Я. Да. Так, я тоже хочу духами погрузиться. Да. Я там где-то минки репаршу. Вы там. Ой, вкусно пахнет. Вкусненько. Выли баню. Ну, папа говорит, запах этого туалета. Теразов. Маме все. Сьеррас. Я что за игры такие? Это папа придумал. Дос.
А мне интересно, влезу я в какую-нибудь одежду девочек или нет? Может попробовать? Так, я хочу вот эту кофточку надеть. Надевать хорошую кофточку. Раз они надели мою одежду, то я надену их одежду. О! Почти. Немножко короткие рукава, но можно так сделать. Все. Я буду носить эту кофточку. Она мне как раз. Круто! Как раз кофточку можно брать у Маргариты поносить. Я не могу. На. Вот, чего-то интересного нету. Это же мамины старые фотографии. Посмотрим. О! Мама. Тоже мама. Тоже мама. Я думаю, что мама не изменилась. Кто же мама? 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 Берем на место. О. Так, следующая тумбочка. Деньги разные. Тоже неинтересно. Тоже неинтересно. Ничего интересного, что здесь? Пакеты. Вау! А, это для Каролины. Pink Profile Unicorn, that's a rainbow. Уже спать пора, здесь Ведь спите я. Ты на папину пижаму надеть? Нет, вы так можете спать в моих футболках. Я. Постель стелите. Все. Зубы чистить. Уже спать чистила я. А ничего? А кукла почему лежит? А? Вы ее причесывали, что ли? Прическу делали? Так нужно ее обратно убрать туда в пол на полочку. Мы залазили, рисовали вдвоем спичку. Да ты что? Да. Я потом посмотрю, кто рисовал. Я и Ксюша. Хорошо, я посмотрю потом. Давай куклу убирай на место. Что ты кричишь? Ложитесь, Маргарита. Я свет выключаю. Фонарики горят у вас? Все, укрывайтесь. Храпит. Макс, пойдем спать. Нет, оставь мою улыбку. Нет, он здесь не будет спать. Да. Все, в общем, ладно, пока. Спите здесь втроем. Все, спокойной ночи. Ой, как у нас красиво будет все с фонариками. Да, нужно же свет выключить. Свет выключить. Какая красота. Прям как в сказке. Все, я полезла. Упс. Как она здесь каждый день залазит, а? Она себе, наверное, уже руки накачала. Все. Все, спокойной ночи, ребятки. Спокойной ночи. Чао. Пока-пока. Пока-пока. Все. Ну что, надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем. И, кстати, пишите какие-нибудь новые идеи.